Здравствуйте, дорогие телезрители! Добро пожаловать на канал «Стена плача». Знаете ли вы, какие страшные тайны открываются сейчас в Голливуде? Педофилия была, есть и остается одной из наибольших проблем Голливуда. Это скрытый позор, говорит уже ставший взрослым потерпевший. Мартин Вайс, менеджер талантливых детей, был арестован по обвинению в растлении несовершеннолетнего. Фернандо Ривас, который писал песни для детской телепрограммы «Улица Сезам», признался, что занимался производством порнофильмов с насилием детей в жесткой форме. Джейсон Джеймс Мерфи, который годами беспрепятственно работал кастинговым агентом среди детей, был разоблачен и осужден по случаю насилия над детьми. Согласно свидетельствам жертв, которые все чаще высказываются в американских шоу, растление детей в Голливуде – привычное явление. Существовал прямо-таки настоящий круг растлителей детей вокруг одного известного медиамагната, имя которого не было названо. Специалисты говорят лишь о вершине айсберга. Почему же наше правосудие не принимает жестких мер к такому кругу людей, как оно это обычно делает с другими? Почему такому оплоту беззакония позволительно и дальше манипулировать мнениями на международном уровне через производство фильмов? На этих вопросах мы прощаемся с вами, дорогие зрители. До скорых встреч!